Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках акции «Музейный алфавит» мы берем букву «Б». «Б» – Бернули, закон Бернули. Что же это такое? Сейчас мы с вами поговорим о важном в нашей жизни даже законе Бернули. Мы все с ним сталкивались, но, возможно, не придавали этому значения. Я думаю, вы слышали о том, что нельзя заступать за стоп-линии на перроне, потому что это опасно для вашей жизни. Когда поезд едет с большой скоростью, он может затянуть вас под себя. Это и есть закон Бернули в реальной жизни. Но как он работает в нашем музее, мы с вами проделаем на экспонате. Нажимая на зеленую кнопку, мы с вами услышим гул в серой трубе, а также почувствуем, как воздух выбрасывается из специального отверстия к нам на стол. Но что будет, если мы поднесем диск к нашему отверстию? Диск начинает парить даже без помощи наших рук. Все дело в том, когда мы с вами подносим наш диск, в трубе серой очень-очень быстро бежит воздух, но давление там намного ниже, чем под диском. И из-за этой разницы в давлении наш диск удерживается возле специального отверстия и не падает. Закон Бернули используется для того, чтобы самолеты могли свободно взлетать. Форма крыла самолета изогнута, и воздух бежит над крылом гораздо быстрее, чем под ним. Так появляется подъемная сила, что позволяет самолету подняться в небо.